назад в тебя идет атака. Неважно, справа в тебя кидается, слева в тебя кидается противник, да? Да. Но только о чем мы договариваемся? Вверх. Если ты стоишь на ногах, стой, ты уже не успеешь. Либо, ну давай мы челночки сделаем. Челнок поехал. Я не сказал бить. О. Давишь, давишь, давишь ногами, давишь. Нет. Стоп. Ты пытаешься сейчас от меня отпрыгнуть подальше. Здесь недалеко от меня. У нас с тобой уже есть расстояние, понимаешь? Я же к тебе, если вот сюда подойду, ты меня и так ударишь. Ты видишь, что я в тебя делаю движение. Оп. Поэтому, чтобы резко, быстро сделать, когда я это сделаю, ты уже опаздываешь, и так, ты второй номер. Но у тебя есть, так как дистанция дальняя, ты видишь, что я в тебя пошел, правильно? А если ты в это время, смотри, а если ты в это время, когда я сделал в тебя движение, сделал движение вперед, то у тебя все равно какая-то остановка инерционности есть, правильно? Нет. Тогда ты что, ты не успеваешь, тут с тебя в движение, ты такой... У тебя есть одна возможность, что сделать? Прыгнуть вверх. Короткое движение. Вот ты испугался ножками, подпрыгнул как бы вверх. О! Yes? Да. Почувствовал? Да. И вот на этом движении ты должен поймать, что в воздухе, то есть движение вверх, и приземлиться с развернутым кулаком. Давишь, давишь, давишь. Рана рука. Ты видишь, даже моя рука где была? Uh-huh. Иди сюда. Моя рука висела вот здесь, и ты по ней ударил. Ты не сюда упал. Что это значит? Это значит, что ты сделал движение. Смотри на меня сбоку. Ты стал рукой бить и потом прыгать. Тебе несут голову противника на подносе. Он в тебя и так идет. Тебе надо отпрыгнуть. Не надо тебе к нему тянуться. Отпрыгнуть и ударить. Еще раз. Попробуй просто медленно. Отпрыгнул вверх. Во. Удобно сейчас? Угу. И попал. Я не ловлю твою лапу. Еще раз. Тан-тан-тан. Да, ты как бы обеими ногами. Та. Обеими ногами. О. Удобно сейчас? Угу. Молодец. А теперь дай все-таки это бедро, чтобы загрузить правую ногу. То есть смотри на меня. Сделай мне движение с этой рукой, я ударю. Я отпрыгиваю, рука сама развернется. Знаешь, какое длинное движение получилось? Ну, что я сделал? У меня грузанулась задняя нога. Не надо здесь упрямляться. И назад уже нельзя прыгать, не получится. Тогда что происходит? Вверх. Вверх. Вверх и вращение. Попробовал. А где ты прыгнул второй удар? Видишь? Поэтому притормози. Видишь, у тебя сейчас ноги были прямые. Грузанись. Данс. Ты как бы за собой дверь закрыл, забрал себя. Еще раз. Там-там, давишь, 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 давишь. Ты только там-там. Вот твои подскоки. Почти. Подскок второй. Стоп. Именно конкретно подпрыгиваешь к меня такими мелкими подскоками. Смотри. Давай. Вверх, справа. Почти. О, длинное было, хорошо. Видишь, я тормознулся даже на твоей боковуке, я остановился. По привычке. Нифига себе, мне сбоку долбанули. Не отпрыгивай назад при правом ударе. На месте вверх, само вращение тебе даст немножко назад. Молодец. Такие глаза. Чего ты меня пугаешь? Давай, 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 давай. Оп. Во. Не получится. Смотри, ты где опять. Как здесь задняя нога. Опять потянулся левый, все, задняя нога там осталась. Там, мягко, мягко. Чуть-чуть. О, там, там. Вот просто, не прыгай даже, а вот просто щупай меня как бы ручкой. Там. Где второй подскок? Что задираешь локти? Висят кулаки, сжать кулаки. Бедро добавь. О! Вот сейчас было в цвет.
Вот это твое, левый боковой, вот это бедро твое, даст тебе взрыв, инерцию вращательную для правого. Хорошо? Еще раз. Ну, зачем? Вообще не надо не вставать, ничего. Ты вот передней рукой, да, там, вот ты его. Вот, щупаешь как бы, вот. Поддерживаешь, ну. Да, да, там, там, ну, подскоки, подскоки, там. Во-во-во. Нет, видишь, рукой стал делать. Угу. Да, есть мелкая пауза, когда я в тебя движение, и она нормальна. Но мы с тобой тренируем, чтобы эта пауза была как можно меньше. Сигнал ногам, та-та-та-та, сам, сам ручкой, вот, во-во-во-во. Видишь, понесло? Потому что вот здесь, потому что не бедро. Да, вот он ты, та-та-та, давай, давай, давай. Вот, давишь, 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 давишь. Еще. Левый сбоку, правый прямой. Та-дам, оп, и правый прямой, левый сбоку. Попробуй, медленно. Раз, два, отпрыгнул. И все назад это. Все назад. И все назад. Попробовал еще раз. Раз, два, оп. А где назад было? Раз, два, назад. Опять отскок. И еще раз. У тебя на двойке, потом возврат в исходное, все назад. Три движения. Попробовал еще раз. Медленно. Нет, рукой начал. Нет, рукой начал. Начинаешь замах, подпрыгни и ударь. Во! Сейчас почувствовал? Придержи прям руку. Вот ты прям с кулаком прыгаешь. Где назад справа? Подпрыгни справа тоже чуть-чуть назад. Вверх и чуть-чуть назад. Отскок в исходное положение. И еще раз. Да-да-да-да-да-да-да, но не руками. Еще раз. Да-да-да, крути попой. Еще раз. Видишь, тебя несет как? Аж чуть не упал. Потому что опять начал рукой делать движение. Ты должен, это встречный удар назад, ты должен в первую очередь уйти от удара и ударить. А чем ты уходишь? Удар. На, во, догадался, ногами. Прям вот голеностоп здесь должен сработать. Во-во-во, сильно не надо. А где назад, справа еще раз. Раз, два, оп, раз, раз, ой, раз, два. Давай еще раз. Да, да. Назад. Видишь, ты тянешься справа? Угу. Я же в тебя иду. Отпрыгивай от меня. Хорошо. Еще раз. Раз, два, оп. Во-во-во-во-во. Но бедро левое, да, еще направо. На последнем левом боковом. Подскок и удар. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Не отпрыгнул назад. Видел, не попал? Угу. Еще раз. Так, ну-ка отдельно. Правый прямой, левый сбоку назад. Во встречу. Правый прямой, там сразу. Вверх и удар. Сильно не крутись. Сильно не надо на этом ударе. Здесь это другое, это не вот этот удар. Вот ты. Ты отпрыгиваешь назад. Во! Вот молодец. То есть тебе вверх надо, тебе через руку надо перепрыгнуть. Кулаком. Не раскрывайся. Че встал? Та-тан, жопой. Вверх. Взрыв правый. Так, скрути бедро. Вверх где? Иди сюда. Еще раз. Правый примедленно, правый прямой. Зачем ты гнешься? Прям вот, вот здесь нету наклона никакого. Ты здесь вот как прямой на колу. Но плечо перевернулось, подпрыгнул. И левый сбоку. Сильно не крути сильно, не поворачивай сильно плечи. Здесь они короткие движения. Да, 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 молодец. Нету вверх справа. Придержи правый кулак, прыгни. Вот ты как с левым боковым вместе прыгал, так и здесь. Посмотри, Алим. Смотри, я с кулаком, я прыгаю и бью. Во, успеешь ударить. Умница. Сейчас по-другому. Придержи правый кулак. Нет. Перед собой. Тебе несут голову. Какой-то замах идет у тебя, не понимаю. Толкнись носочками. Во!
Во-во-во-во-во. И бедро добавь. Левое. 10 баллов. Окей? Окей. То есть в какой момент ты поймал? Вверх. Ногами вместе с холком. Вверх и удар. Вверх, назад и удар. Вверх уходишь и бьешь. Встречный удар – это защита и удар. Взаимно.